Це по батуті, ну. Ти друг, кажи з нами. Если вы залезете наверх, будет больше радость. Да, вам. Сейчас. Смотри, ого. Как... Да, вот тут так. Как бы. Оп. Получается, вот здесь, ну там вот тут. Тут я вам показывал сначала, просто в сторону. Здесь получилось сам проваля, или провал этой промлевневки, как бы плиты пришли в негодность из-за, видно, за времень, и забило там ниже, где мы вам пока что показывали. И из-за этого затора как бы затопило людей. Если раньше были дожди, то, конечно, выбивало какую-то часть воды наверх, но незначительную. А сейчас как бы все это в заторе, некуда сходить. Ну что же, вот размыло, да, так ничего. У нас в этом точно не брать. Ливневых канализаций в городе нет, а получилось так, что была сточная канава когда-то. Просто открытая канава, сечение очень маленькое. Естественно, на воду канава это принять не может. Тут закрыли канаву, делали кто как придумает. Там теперь обрушилась, и вся вода пошла, даже минуя эту канаву. Уже и канава не может не в состоянии принять. Она еще пошла поверху. Хозяйку звать? Анна, сейчас. В 8 часов пошел большой ливень. И дом старый, дом еще, наверное, при царе Горошке строился. Ему уже столько лет, уже столько людей не живут. И постоянно что-то движение. Видите, машины, фуры ездят, постоянно движение. И обвалилось. Дождь пошел большой, вода подмыла, и все вот произошло. Канализацию, наверное, забило, и все.